поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Итак, мы находимся около пещер, в которой нас Кейра Мец зовет. Пошли на разведку. Посмотрим тут, чего у нас творится. Ух ты. Сильное колдунство. Пошли. Почесали. Вот это же поджигать можно, да? О. Так, еще надо разобраться с тем, что... Подожди. Факел. Вот. Так, сундучки всякие. Точный болт. Отвар из эхидны. Гамбизон охотника за головами. Какие здесь интересные сундучки. Пошли. О, здрасте. Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Женщина, ори поменьше. Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. А тебя никто не спрашивает, женщина. Телепорт открывай. Кто там? Ну? Готов. За мной. Так, а у нас там? Что там случилось? Чёртовы порталы. Интересно, где сейчас Кейра? Чёртова женщина. Штаны. Так, ну-ка, надо шмотки глянуть. Это плохое. Это не очень. Тут, да тут все не очень. Так, по прочности 69. Ну-ка, сейчас. 84. 85. Да нормально. Вот сюда. И вот сюда. Все, здесь соточка. Здесь 99. А по доспехам что у нас? 88. 97. Нормально. Щелкали нам только по соплям вот здесь, да? Нормально. Так, значит, рюкзак. Масло против трупоедов. Отлично. Ну что, пошли? Здорово, жмурики. Да нифига ты, за место здрасте. Так, вроде норм, да? Мозги какие-то, так. Мозги, глаза, нифига их тут разрывает. Так, а здесь что такое? Типа еще кто-то сидит. На радаре вижу отметочку. Выходи. Леопольд, подлый трус. Страсти у вас какие. Отвар из тролля. Кавирский кортик. Погнали. Так. Налево пойдешь. Хм. Непонятно. Здорово, здорово. Я вас понял.
пошли. Пошли сюда тогда. Тут прям сундуки такие прям хорошие, да? О, так. Такой большой сундук и просто шелк. Ти-ди-ти-ди-ти-ди-ти. Да чтоб тебя! Где там он был? Туманник. Гаденыш. Так. Пока разбираюсь, здесь еще какие кнопки. Ну. Чтобы все росло и цвело. Тирин-тирин-тирин. Пойдет. Так, а вот эти вот штуки взрываются, да? С факелом, мне кажется, здесь не вариант ходить. Можно лихо подзорваться. Ну, поджигай. Ух. Так. Страсти. Страсти, мордасти. Никакого хорошего я тут не пропускаю. Кейра! Кейра. Мы вот оттуда пришли, да? Мы должны были быть там. Если, может, сюда сходим, что здесь интересного? Ну давай, поджигай. Я вижу сундучок. Да завязывай. Да блин. Хочу посмотреть, что здесь еще есть. Мне вот по-любому вот туда идти, да? Пошли налево, сходим. Дождевик. Просто интересные всякие места. Всякие интересные места. Смотри, что. Блин. Тебя порвало пополам. Да что ты будешь делать? Ой. Ты смотри, что творит. И присел. Так. Туманники эти. Он просто сразу выскакивает с ударом. Ничего здесь хорошего не вижу. Ну куда-то я отклонился от маршрута, мне кажется. Не ори. Сейчас приду. Ой, не то немножко. Новая отметка, гнездо чудовищ. Лилатки! Лилатки! Геральт, сделай что-нибудь!
что-нибудь, они да сейчас все будет. Используй знак или бомбу, ну что-нибудь. Да сейчас все будет. Сейчас все будет. Крыски. О. Убери. Меч только тупить об них. А, там еще есть. Где там? Ну дайте мне пройти. Господи. Да не говори. Сейчас я тут разберусь. Где что находится? О. Вон крыса еще. Мочи ее. Ты боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем. Охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно. Ты сначала сок заправь, потом будешь рассказывать мне, что не надо, а что не надо. Я должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навестить эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Если они доберутся до него первыми, у нас уже не будет шанса с ним поговорить. Кроме того... Ладно, делай, как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в Цири? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Йен. Ну да ладно, пошли. Виллаклан! На ощупь. Задание, да уж. Так, а вот здесь вот я ничего не могу. По всей видимости, нет. А чё, гнезда чудовищ можно выжигать вот так вот с помощью игни? Дочь чайки. Ягни. Файвете, Ларнельм. Я жду тебя, дочь чайки. Это эльф. Арвех Тваглайдер. Следуй знаку своего меча. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Какая проекция? Нечто вроде почтового ящика для чародеев. Куда надежнее обычного письма, которое может перехватить кто угодно. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто, кроме тебя, может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Окей. Окей, Боб. Ну давай, женщина, вперед, а я за твоей могучей спиной. Не хочешь? Ладно. Тогда я вперед. Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Ну, вон там. Интересно, когда это было? Призраки орут. Ладно, осторожно. Погнали. Эти маслянистые желтые испарения ядовитые. Я знаю. Надо меня учить. Лиси страшно. Я рассказывал, что... Так, у нас же левелап, к слову сказать. У нас же левелап. Где тут это? Ну, давай, где тут? Давай.
она стырила мой фраг. Так, левел ап, да? Чего будем учить? Точный удар увеличивает шанс нанести критический удар в быстрой атаке на 2%, а критический урон в быстрой атаке на 15%. Прикольно. Но у нас это-то не открылось. Но бонус выбранного места силы такое себе, да, развлечение. Можно выбрать, вот мне говорили, классная вещь, которая восстановление здоровья после еды длится 20 минут. Давай ее выберем, может быть. Давай. Мне сказали, что это вообще супер. Просто супер, говорят. Давай проверим. Пожрем. И у меня 20 минут будет восстанавливаться здоровье. Так, так, проходим, проходим, не задерживаемся. Тихо. Куда идти? Исследовать руины, следуя символам ласточки. Не знаю, куда бежать. Да вот, наверное, да? Вон на стене какая штукенция. Там призрак питает. Ну, пошли сюда. Как вода? Отличная. Зря не окунулась. Не понял, куда идти. Кавалерийские перчатки и двемеритовая бомба. Новую бомбу какую-то научились делать. Классно. Они нам пригодятся, чтобы всякие мерзкие гнезда чудовищ подвзрывать немножко. Так. Здравствуйте. Никаких тут нету. О, вижу сундук. Сапоги ловчего. Улучшенное масло, что-то там. Кто там идет? А, просто призрак. Ну-ка, давай посмотрим. Алкоголь, алхимическая субстанция. Вот они у нас, мутагены. Зеленый мутаген можно собрать из этих. Отлично. Синий мутаген. Аж 3 штуки можем собрать. Еще один. Большой синий мутаген. Прекрасно. Так, с этими разобрались. Бомбы, двемеритовая бомба и танцующая звезда. Мне надо еще селитры, да? И серы. Масла. Яд повешенного. Плюс 10% сил атаки против людей. Масло против реликтов. 3 штучки амилы. 5 штук амилы надо. Отличное масло против зверей. Улучшенное масло против гибридов. А у меня нету даже этого. Ну давай, яд повешенного сделаем. Отвары. Ничего такого. Эликсир и белый мед. На кошку надо водная эссенция. И еще что-то я хотел. Да, умение посмотреть. Плюс 100 здоровья, а у меня плюс 50 вот этот маленький дает, да? Вот так вот. Жалко, что нет... Жалко, что нет красных мутагенов, чтобы они усилили вот эту штуку, да? А синее что даст? Плюс 10% мощь знаков. Ладно, окей. Промазала, дура. Ой-ой-ой. Да что? Сколько вас здесь?
Гори, падла. Все, навоевались. Отлично. Ну ничего, так прибарахлились. Это, наверное, из-за того, что факелом, наверное, да, и из-за этого я подзрывался. Да, смотри, у нас хованина-то просто восстанавливает подряд. То есть я пока бьюсь, меня уже подлечило. Классная билка, мне нравится. Ну, в смысле, классный навык. 20-минутная вот эта нахавка. То есть у нас сейчас, в принципе, жратву можно вообще всю продавать. Просто всю оставить, там несколько штучек, да? Че, устала ждать? Пошли. Сдохни. На ему. Да умри уже. Сколько можно за тобой бегать? И опять нас, смотри, хавка полечила просто великолепно. Пошли сюда, сходим. Акитонса Артскеллига. Улучшенное масло против проклятых. Смотри, чё. Кейра, подожди. У меня тут уроки алхимии. Подожди. Улучшенное масло. Подожди. Улучшенное масло против проклятых. Да, у меня вот обычное есть. И мне надо шкуры и киммы. А все остальное есть. Волкобой. Шкуры и киммы. Где бы ее найти теперь? Шли. Так, что здесь? Штаны убийцы. Ну-ка. Вот эти сапоги я нашел, да? И... О! Они мне нравятся. С такими завлекательными, с таким этим, короче, как трусы с пришитыми штанинами. О, как в подгузниках, как в памперсах, господи. Так, подожди, как бы нам не подвзрываться от этого факела. Что-то я не то сделал немножко. Пойдет. Эти сундуки я уже лутал. Все нормально. Пошли. Пошли. Ласточка. Где? Значит, мы идем правильно. А, вот она. Все, я понял. Пошли. Потихонечку. Потихоньку, полегоньку. Ты там как в своем платье? Норм? Нифига она. Просто Ямакаси. Я пытаюсь здесь все смотреть. Кейр, ты там не отставай, а то это. Вон они. Смотри, он очень похож на тот столб с проекцией. Да-да. Я, пожалуй, здесь посмотрю, что есть такого. Ласточка, очевидный путь не всегда лучший. Израиль, не форда соль эсэр эн. Аймсили кельпи. Найди кельпи. Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? А вот эту... Опять что-то колдует там. Нет? Я думал, может быть, здесь что-то будет.
Погнали. Ну, нам здесь вариантов особых-то нету. Хоть. Интересно, что это означает? Такое ощущение, что их... Вот она. Вот она, кобыла. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Погнали. Сейчас сундучок вот этот. Ни черта не видно. Меч с Дуриана. Где там эта кобыла? Подожди. Ну вот, проход есть, да, и... Подожди, а где кобыла? Я ж сразу ее спрыгнул и сразу увидел. Ну здесь, в принципе, один только проход, по большому счету. Здесь никаких сундуков, ничего. Тут вообще такая жесть, просто ни черта не видно. Погнали. Ничего хорошего. Отлично. Вперед. Хельпи. Да ладно. Где ты увидел? Мне просто самому хочется на все это дело посмотреть, только где оно? А, фу ты, вот оно. Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. Геральт, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Да, что-то земля тряслась. Так. Смотри, они оп. Открываются. Кто? Ну, вперед. Пошли. Быстрее меня ломится, смотри. Так, надеюсь мы... Ну? Давай, рассказывай, я пока тут цветочки собираю, ты там давай колдуй. Ну, что задумалась? И? Чем быстрее мы отсюда выйдем, тем лучше. Ну вот... Нет? Я не знаю, куда здесь. Ты ж колдунья, вот ласточка есть. Нарисовано. Кажется, это ласточка. Идем. Думаешь, это безопасно? Пошли. Конечно. Это безопасно. Вялла, ужасно тихо. Это плохо? Похоже на затишье перед бурей. Тут что-то... Женщина, не ломись вперед. Голем. Жечь-то я не могу. Вы не можете напасть на эту цель. Прикольно. Я не хочу нападать на эту цель. Я хочу зажечь вот здесь. И что, мне его рубить придется? Не нравится мне это. Да мне тоже вот нет. Давай, лупи его. Я не знаю, кто. Сюда. Со спины тебя рубить буду. Нифига ты дерзкий. Чё спрятался? Ты, блин.
Она его забила опять. Кира. Ну вот и все. Сердце голема зато мы нашли. Масло против гибридов. Кавалерийские сапоги. Рецепт касатка. Что-то посветлее тут было. А с этой стороны? Да, с этой стороны тоже сундучок есть. Малый рунный камень. Все? Да. Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Классная интуиция, у меня такая же есть. Что-то мне это не нравится. Вот эта интуиция вообще отличная просто. Штаны убийцы. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Не огорчайся, мы на правильном пути. Так, и чё, в какую сторону? Направо или налево? Интересно. Пошли, как обычно, налево. Так. Факела валяются. Продолжить осматривать руины, следуя за символом ласточки. Надо активировать его побыстрее. Хорошо, да. Ощущение, что нас ждет следующий голем. Ты пока активируй, и я пошел вот здесь посмотрю, что у нас здесь творится. Так. Вот. Сундуки здесь всякие. Масло против инсектоидов. Отвар из элементаля. Тырин-тырин-тырин. Чёрт, я снова какие-то предчувствия. Еще какие. Да блин. Гаргулья. Офигеть. Сдохни. А я. Нифига себе гаргулья. Я пошутил. Все. Так. Где там у нас эликсирчики? Нифига он потопать-то. Да, блин, долбаная гаргулья. Опять она добила. Кира, ты меня бесишь уже. Сердце горгульи, пыль из горгульи, блин. Ну и что здесь? Болтов реликтовых, 20 предметов мастера, бухло, кожаные ремешки и селитры. Селитра мне на что-то нужна была, да? Ладно, пошли. Пошли отсюда. Прибыли. Кира, ты там где? Надо открывать портал. Шевели батонами.
Мы здесь уже проходили. Еще ласточка. О, получилось! О, ладно. Идем. О, мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась? Они просто взяли и заморозили. Я там выпендривался что-то, да, а они просто взяли и заморозили. Краснолюдский спирт. Смотри, они просто взяли и заморозили. Такой большой сундук и одна бутылочка воды. Не серьезно? Оп. Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Не повезло вам. Зато здесь хоть посветлее, сразу все горит. Шара! Шаманит что-то. Они уже здесь. Займись ими. Нам нельзя терять времени. Идите. О, памперсы. Мистер Памперсы. Ругается на непонятном наречии. Прям зима белый прям. Кот. Его вызвал чародей дикой охоты. Сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе. Пошли. Тариан Аной! Ой, не то. Готов. Держись поближе. Да я понял тебя. Пошли, женщина, куда? Веди меня. Я за тобой. Ну. Вайна Калар! А побыстрее как-нибудь колдовать, нет? Их нужно закрыть! Я с тобой полностью согласен. Я сама, прикрывай меня. Да уйди, Кейра. Не мешайся мне. Оп. Назад. Ненадолго-то я могу высовываться, да? О, поджог. Там всего лишь 2% на поджог. Давай, шамань. Начинаю думать, что может все не так плохо. Пойдет. Пошли. О, сера. С них сера выпадывает, которая мне была нужна. Давай. Вайна Калар! Угу.
А в этих ничего нету, кроме гнилого мяса. Такая серьезная барышня, да? Я тебя прям зауважал. Давай. Потратила слишком много силы. А если бы... Только в обморок не свались. Пока я в твоих крепких объятиях, ни за что. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Заблокировали проход. Может, я попробую... меня что-то хочет. Предоставь это мне. Так, краснолюдский спирт. Где тут? Сундуки еще есть, нет? О! А, блин, это... Это не то. Там пойдем. Пока шаманит что-то. Может, мы их еще догоним. Вот еще. Так, какие-то беспонтовые сундуки. Пошли. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Так, конечно. Но признайся. Один я бы в жизни здесь не прошел. Просто замечательно. Чего вас тут сколько? Ну где ты? Выходи, а я. Так, меч. Меч уже наедается. Давай-ка. А починить его нечем просто. Да? Круто. Круто. Какой-то слабенький меч. Так, что здесь у нас? Перчатки убийцы. Улучшенная танцующая звезда. Улучшенная танцующая звезда. Это новая какая-то бомбочка, да? Давай посмотрим. Улучшенная... Вот, масло против гибридов, смотри. Инсектоидов. Давай, делаем. Против инсектоидов делаем. Бомбы. Двимеритовые и... А, у нас еще даже простой танцующей звезды-то нету. Делаем. И... Нострикс нужен. Но, пожалуй, с этим повременим. Закрафтим вот эту штуку. Есть... Отвары, эликсиры, это мне ничего не надо. А, кстати, вот этот эликсир новенький, ну-ка. Касатка, который, что дает? Увеличивает запас воздуха при плавании под водой в 2 раза и улучшает подводное зрение. Языки утопца и крушина нужна. Ну, крушину я знаю, где брать, в реках, да? Опа, стоять. Немножко не то. Что
пошли. Я тут отвлекся, Кейра, немножко. Извини. Он ждет нас. Да-да, пошли. У меня только шашка немножко затуплена, блин. Здорово, чувак. Какой ты страшный-то. Как сама смерть. Топорик нормальный такой. Ты упрямый, Тхойна. Геральт, ты Тхойна? Я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Ой. Спины рубим. Пойдет. А против дикой охоты есть что-нибудь? Вон. Ой-ой. Да не ори. Все. Смотри. Он открывает проход. Все под контролем. Сосредоточься. Все под контролем. Собачки. Да, да иди ты. Собачка, иди сюда. Так. У тебя опять полное здоровье. Со спины его, скотину эту. Опа, промазал. Диабло. Сейчас будете, Диабло. Опа, опа, а я. Опа. Еще разрыв. Что ты орешь-то так? У меня аж сердце кровью обливается. От кассы их принимаем. О. Корифан, я уже иду. Диабло. Сейчас все будет. Оп. За спину. Оп. Со спины-то криты идут. Оп. За спину. А я. О! У него что-то отлетело. Получено опыта 225. Зелье. Давай осмотримся. Меч воина дикой охоты. Сейчас, подожди. Тут стратегический запас серы можно подобрать. Шоры. Гамбизон охотника за головами. Масло против магических тварей. Слушай, мы тут столько масел нашли. Просто атас. И вот здесь еще что-то есть. Вот. Пошли посмотрим. Чего здесь хорошего? Дальше. Здесь по краям никакие сундуки не стоят случайно. Не, серы нормально набрали. Она там много где пригождается, да, получается. Но я ему что-то отрубил. Руку. Рука у него отлетела. Нормально. Еще сера. Сундуки. Оливки. Хоп. Давай, залази. Лорана Линд. Так, посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь.
Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топий. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Интересно, зачем они разделились? Возможно, дикая охота шла по следу эльфа, и так было безопаснее для Цири. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топий. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но... Читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховые топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Ты знаешь, да что ты? Там написано, да, что... Да, я это уже слышал. Ведьмы не... Я бы назвал... Когда я только при... Однажды ночью... Я это уже слышал. Почему ты не сказала об этом раньше? Я же говорил, что Цири перешла дорогу какой-то ведьме. Я понятия не имела, что речь идет о них. И потом ты бы сразу бросился их искать. А нам сперва надо было убедиться, что Цири была здесь. Разве нет? Теперь я, разумеется, расскажу тебе все. Теперь, когда я провел тебя через пещеру? О, ты правда так плохо обо мне думаешь? Наверное, у тебя предубеждение против чародеек. С чего бы это? Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях. А потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ты где ее прятала? Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Давай. Хорошая мысль. Так, надо для начала Зачем осмотреться. Мы вообще пришли? Для начала надо осмотреться. Штаны следопыта, улучшенное масло против зверей. О, тут что-то красненькое. Таинственный чародей-травник. Старшая кровь. Ну давай посмотрим, что есть старшая кровь. Так, вот это вот все дело на паузе, ребят. Вот это тоже хозяйки леса. Но здесь мало. Здание дополнено, хозяйки леса. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Так, вот еще сундучок. Легенда о медведе. Новая статья в бестиарии.
Берсерки не образуют отдельный клан, будь то по крови или происхождению. Напротив, это род, который создали воины, услышавшие зов медведя и ответившие на него, покинув своих близких. Отвар с доплером мы научились делать. Давай здесь посмотрим. Введение в прикладную магию. Новая статья бестиарии. Игоша. Введение в прикладную магию. Что-то здесь как-то многовато. Так, дальше. Должно быть, он сам сжег эти записки. Охоте на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Здесь я когда заходил, еще что-то было красненькое. Вон лежит перец, сера, демеритовая руда. После белого хлада. Весь из белого пепла, с тихих сонных холмов, тир на лия сползает забвение мягко, беззвучно. Я не понимаю такие вот построения стихотворений, поэтому с выражением прочитать я его не смогу, это точно. Так, ну чё? Как-то... Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Она прям явно подкатывает ко мне. Если вы заметили мерцание в воздухе, подойдите поближе, нажмите Е, чтобы развеять иллюзию. Ага. Вот так вот. Просто отлично. Так? Конечно. Еще вот там я видел. Посмотрим, куда ведет проход. Еще вот там я видел. Ну-ка. Вот здесь меня интересует. Иллюзия. Ну-ка. Ага. Кто-то наложил иллюзию. Как мне чего-нибудь здесь? Малый камень, три глав. Ничего не вижу. Вот просто реально на ощупь. На ощупь иду. Из грифона. Давай, давай, давай. Геральт. Топи. А когда включаю то зрение это, то вообще ни черта не видно. Ну, вроде как движемся. Судя по карте. Оп. Чисто по приборам шли. Отлично. Что здесь? Чего здесь у вас спрятано? Так. Зараза. Кто вас тут? У меня уже шашка затупилась. Вас мочить здесь. Промазал. Ха-ха, подожгли. Гори, скотина. Укрепленная кожа, эссенция элементаля Могрим. Могрим. Плюс 22, серебряный меч. Пойдет. Беру. Сила атаки. Получение адреналина. Пробитие доспеха. Шанс горения. Давай, мне понравилось. 2% так часто срабатывает, а здесь вообще 3 штуки будет. Пошли. У нас теперь новая шашка. Юху! Вперед. Погнали.
разнеслись. Пора выбираться отсюда. Пора выбираться. Пошли. Сундуков никаких здесь нету, не завалялось больше. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу. Ты поможешь? Конечно. Конечно. Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Пойдем. Виалаглан! Мы пришли. Здесь мы точно что-нибудь найдем. Мы пришли вот оттуда. Задание выполнено. Мы получаем уровень 6. И что еще? О, ячейка новая открылась. Отлично. Давай точный удар, наверное, прокачаем. Давай, вот это дело. Пожалуйста. Спасибо. Вот так вот. И критический удар на 2% за каждый этот. Ну, плюс 10% крита будет. Так что это будет очень неплохо. Все, ребят, я думаю, что на этом будем прощаться. Так, серия у нас уже под час получается. Продолжать будем уже в следующей. Ну и надеюсь, что вам понравилось. Блин, вот все-таки не нравятся мне эти дольчики с памперсами. Они хоть чуть-чуть получше, но все-таки вот так более представительно, что ли. Все, ребят, увидимся в следующем видео. С вами был Серега, 77. Пока.